Слушай, разъебывай, где мой пропуск? Где мой пропуск? Я два матча не хожу, но хотел. В принципе, я ничего не потерял, по большому счету. Давай, 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 давай
Мяч забил Николай Калинский, номер 78, команда «Калуга». К этой минуте закончился один матч сегодняшнего тура. В Тамбове местный футбольный клуб принимал команду «Металлург Выкса». Счет 3-1 в пользу Тамбова. И параллельно с нашим матчем проходит еще 4 поединка. В Брянске местное «Динамо» уступает по ходу матча футбольному клубу «Подоле» со счетом 0-1. В Подольске «Витязь» встречается с командой «Сокол Саратов». Текущий счет 2-1 в пользу «Сокола». В Курске местный «Авангард» принимает команду «Звезда Рязань». Счет пока 1-0 в пользу «Авангарда». И в Пензе встречаются команда «Зенит» и «Факел Воронеж». К этой минуте счет 2-0 в пользу «Факела». Предупреждение получил Николай Калинский, номер 78, команда «Калуга». Thank you.
команде «Металлург» произведена замена. Вместо Дамира Садикова, игравшего под 17-м номером, на поле вышел Александр Викторов, номер 5. И еще одна замена в составе «Металлурга». Вместо Дмитрия Картава, игравшего под 7-м номером, на поле вышел Руслан Ахлидиани, номер 9. Замена в составе гостей. Вместо Михаила Рыжова, игравшего под 17-м номером, на поле вышел Арсен Оганесян, номер 21. Yeah.
Субтитры сделал DimaTorzok.
замена в команде «Металлург». Вместо Евгения Фролова, игравшего под 14 номером, на поле вышел Александр Харин, номер 10. В составе команды гостей вместо Максима Парсова, игравшего под 99 номером, на поле вышел Максим Коршунов, номер 30. И замена в составе команды «Металлург». Вместо Сергея Чернышова, игравшего под 15 номером, на поле вышел Евгений Барбашин, номер 4. Рядом, теперь рядом.
Замена в составе команды гостей. Вместо Дмитрия Вакулича, игравшего под седьмым номером, на поле вышел Сергей Анохин, номер 11. Замена в составе футбольного клуба «Калуга». Вместо
Дмитрия Баранова, игравшего под 13-м номером. На поле вышел Сергей Никулов, номер 88-й. Yeah!
Очередной матч наша команда сыграет 19 сентября на стадионе «Металлург». В рамках 12-го тура зоны «Центр» встретятся команды «Металлург Липецк», футбольный клуб «Орел». Начало матча в 18 часов. И объявление для представителей средств массовой информации. После окончания сегодняшнего матча в пресс-центре футбольного клуба «Металлург» состоится пресс-конференция с участием главных тренеров, играющих сегодня команд. Предупреждение получил Артем Добролович, номер 18, команда «Металлург». Предупреждение получил Арсен Оганесян, номер 21, футбольный клуб «Калуга». Зон пошел.
К основному времени матча главный судья добавил 3 минуты. Предупреждение получил Андрей Лунев, номер 1, команда «Калуга». Давай его, Коля, иди, Марко! Это всех попогонять, а нас... Мама забьет. Замена в команде футбольного клуба «Калуга». Вместо Максима Коршунова, игравшего под 30-м номером, на поле вышел Станислав Васечкин, номер 24-й. Thank you.
Конечно.